Прошедшую субботу, 15 октября, в зале Дорогістість Вісегінського центра культуры прошел традиционный фестиваль польской культуры. Этот фестиваль, организованный Вісегінським отделением Союза поляков Литвы при поддержке Вісегінського самоуправления и Департамента национальных меньшинств Литовской республики, стал 23-м по счету. Ведущий фестиваля Доминик Кузіневич, филитонист и рассказчик, в народе и на радио более известный как Винцук из Пустошишек, придал концерту особый колорит, заполняя паузу между выступлениями участников веселыми польскими шутками и анекдотами. А открылся фестиваль с яркого выступления висегинского коллектива «Тумилянка». На фестиваль съехались гости со всей Литвы. Вокальный квартет «Седобрини Гия» из «Зарасай», вокальный ансамбль «Майшагалянка» из «Майшаголы», а также гости из «Побяржи», исполнившие песни на польском языке. Ну и, конечно, зажигательное выступление репрезентативного ансамбля польской песни и танцы имени Габриэля Яна Минцевича из Вильнюсского района. Приветственной речью к участникам фестиваля выступил депутат Европарламента, председатель избирательной акции поляков Союза христианских семей Литвы Вольдемар Томашевский, который обратился со словами благодарности к представителям всех национальных общин Вісегінця на четырех языках. Хотел бы тоже поблагодарить наших здесь представителей русской общины. В городе это фактически большинство, это большая история. Старопряжская община здесь живет уже более 300 лет. После строительства атомной электростанции тоже много приехало наших братьев из России. И все здесь мирно между собой живут. И тоже хотел бы поблагодарить за это, за нашу совместную как бы работу и в Совете, и на всех наших фестивалях. И то, что вместе мы защищаем школу национальных меньшинств, это очень важно, чтобы сохранять свою идентичность и свой родной язык. Я думаю, так будет и в будущем. Также поздравить участников фестиваля пришли мэр Вісегінця Эрнадас Галагус, директор администрации самоуправления Вергинис Букаускас и председатель Вісегінської общины староверов Сергей Котов, которые вручили хозяевам фестиваля подарки на память. А фестиваль продолжился зажигательным выступлением артистов из Вильнюсского района, тепло встреченными зрителями.